Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал «Тапки с пробегом». Ну что, друзья, скажу так, что сегодня настолько холодно, что, как говорят, аж колокольчики мерзнут, даже если у тебя подштанники. В общем, вот так вот, насколько бы это смешно бы не было. Вот такой вот, ребят, автомобиль, это Mitsubishi Pajero у нас. Коротыш 93-го года, 153 тысячи километров пробега, 2,5 дизельный, вот так, телефон владельца, друзья. 2,7 по стоимости, написано окончательно. 2 миллиона 700. На дисках автоматическая коробка передач у него. Хорошенький стоит, хорошенький. Смотреть будем, ребят, исключительно выборочно. Автомобилей много. Стоит вот такая машинка. Nissan. В красном в таком цвете. Литые диски. Тоже ничего такое. Автомобильчик. По стоимости у нас 2007 года. Это Nissan Note. 241 тысяча километров пробега. 4 миллиона 400 по стоимости. 1,6 объем на автоматической коробке передач. Владелец решил посмотреть его на толщиномер. Толщиномер сегодня с нами, как обычно, ребят, Cartis DPM 816 Pro. Хорошенький такой толщиномер, который, ну уж точно, скажет, красили ее, либо не красили. А так автомобиль, ну, ест он мало. Всего лишь сколько он там получается? 1,6, наверное, литров 10. Максимум он кушает, ну, может быть, больше. Здесь вот такая вот камрюшка у нас, ребят, стоит. Двигатель хорошо работает, четко так, классно. Ух, она еще на кожаном салоне, вообще обалдеть. Здравствуйте, а цену можно? 7 миллионов по стоимости, ну, автомобиль реально обалденный. Пойдем дальше. Стоит вот такой вот джипик. Довольно-таки даже неплохой Nissan. Так, 2000 года, 3,3 объем, 5 миллионов 700, ребят, по стоимости. Телефон владельца. Ценник так перевернутый, по-другому не посмотришь. Некоторые автомобили пощелкаем на толщиномер, посмотрим, глянем. Infiniti QX4 написано. Смотрите, какой, да? Приятный. Ну-ка, чего у него там в салоне? Ну, так он смотрится. Кожаный салон, автоматическая коробка передач, электрические стеклоподъемники. Давайте ради интереса посмотрим, глянем, чем вообще он на джипе. 140. 130. 85. 85. Хороший автомобильчик. Довольно-таки даже. Рядом стоит камрюшка у нас. Сороковка. Камера заднего вида, литые диски зимние. Разумеется, стоит резина. Дефлектор капота. Классники 2006 года. 2.4 на автоматической коробке передач. 6 миллионов 800 по стоимости. Здесь у нас на таких номерах стоит, это у нас Kia Optima, автомобиль 2013 года, написано автоматическая коробка передач, кожаная, полная комплектация, 5 миллионов 500 по стоимости. Мультируль, повторители на зеркалах у нее. Такая вот, здесь у нас Kia стоит. Kia Rio, автомобиль 2013 года, 1,6 на автоматической коробке передач, 5 миллионов 500 по стоимости. Автомобиль на железке с колпаками, тонировка, ветровики, все присутствует. Такая машинка. Рядом Субарик. Крышка багажника, к сожалению, мята. Видимо, наверное, дверь, либо что-то поймали. Левый руль у него. По стоимости она 2 миллиона 800, 2000 года, 2,5 на автоматической коробке передач. Идем дальше, видим, камрюшка стоит. Toyota Camry.
Бампер слегка коцанный. Омыватели фар, линзовая оптика, Camry 50, европеец 2.5, 9 миллионов 700 по стоимости за данный автомобиль. Вот такая машинка стоит. Тоже линзовая оптика. Противотуманочки. 6 миллионов по стоимости, 2006 год, 2.4. Написано «Американец». Здесь GS300 у нас, автомобиль трехлитровый, на литых дисках, с омывателями фар. 2001 года, автомобиль трехлитровый, на автоматической коробке передач, 5 миллионов по стоимости. Здесь машинка двадцатка, музон качает по полной, хорошенькая тачка, 4 миллиона 100 по стоимости, в отличном состоянии, 99-2000 год, Camry 2.5. Здесь Субарик у нас, вот один в один, как у меня, ребят, обалденная тачка, литые диски, Subaru Outback 2007 года, трехлитровый, сборка Германии, комплектация полная, 177 тысяч километров пробега, 7 миллионов 600. Вот, ребят, за... ой, извиняюсь, вот за этот, ребят, Субарик, да? Вот такая вот, ребят, машинка. Давайте спросим, толщиномер проверить. Здравствуйте. Разрешите я на толщиномер посмотреть? Конечно. У меня просто точно такая же, один в один, только не трехлитровая, 2.5. Спасибо. Вот такая вот, ребят, с повторителями на зеркалах она. Здорово, единственное, чего нету, как у меня, только омывателя фар. Давайте, ребят, включим. Ссылки на него, ребят, оставлю в описании. Цвет у нее классный. 410. 400. 185, 100, 180, 155, 120, 125, 100, 110. Такой вот, ребят, автомобиль. Сейчас мы его внутри тоже глянем. 595. Оптика у него классная. Внутри можно? Ну, здесь, как обычно, все по фэншую. Электрические сиденья идут. Люк имеется, да? Не люк, панорамная крыша получается. Ну, автомобиль класс. Нет, люк тоже у него есть. Так, все здорово. Тачка обалденная. Ну, по трассе она идет классно. Даже трассу она держит тоже отлично. Отличный аппарат. Спасибо. Давайте дальше посмотрим. Здесь у нас Chevrolet стоит. Автомобиль на железке с колпаками. Шины стоят Bridgestone. Сзади у нас спортроники. Обалденный автомобиль на механической коробке передач, хорошенький, 4 миллиона 300 по стоимости, автомобиль 2014 года, 1.6, 102 тысячи километров пробега у него. Здесь у нас Toyota Camry, это у нас полтинник 2014 года, 195 тысяч километров пробега, на автоматической коробке передач, 11 миллионов 600 за данный автомобиль просят. Здесь я Nissan Qashqai, 5 миллионов по стоимости, 5 миллионов 800 по стоимости 2011 года, автомобиль у нас двухлитровый. Рядом Mercedes, это Ешка 240 у нас в серебристом таком цвете, литые стоят мерсовские диски, омыватель фар у нее, 3 миллиона 700 по стоимости за данный автомобиль, 98 года, 2.4 объем. Рядом Хондочка стоит хорошенькая, жалко у нее ценника нету, но машинка смотрится обалденно. Давайте акценты посмотрим, с дефлектором капота, 4 миллиона 800 по стоимости, автомобиль 2013 года, на механике, 1.6 объем, переднеприводная, 200 тысяч километров пробега. У меня, ребята, друзей, тоже 2014 года, с пробегом 76.
То есть тачка никогда не была. Давайте посмотрим вот эту вот тачку. 6 400 000 за данный автомобиль на литых дисках 2007 года. Пресса. Подписчик. Спасибо, спасибо. А где еще вот здесь в Алмате авторы? Остальное в автосалонах. Только вот этот базар, да. Остальное в автосалонах. Астер большой, но он в самом конце там находится. Это по объездной трассе. Там Астер по объездной. Да. Все, пожалуйста. Американец, вложений нету, 2,4 объем, цена договорная, ну, 6 400 000, да? 6 400 000 за данный, ребят, автомобиль. Торг присутствует, можете звонить. Такая вот машинка здесь у нас, мультируль. Как обычно, печка жарит, кондиционер дует, коврики стоят. Такая вот, ребят, машинка. Давайте глянем. Разрешили посмотреть. 380. 420. Ну, второй окрас у нее есть, но она без шпакли. Шпакли, сами знаете, она там за 800, за 900, да. А тут-то просто как второй окрас. 2007 год. Смотрится она классно. Вот такой автомобиль. Спасибо. Здесь рядом джак стоит. 5 350 000 по стоимости. 2017 года. Один автомобиль на механике. 140 000 км пробега у него. С тонировочкой. Также зимние шины, разумеется, стоят. Партронники сзади. Все, как говорится, по фэншую у нее, да? Здесь у вас стоит камрюшка. Стоимости 2007 года. Сороковка, американец, 250 000 км пробега. Телефон владельца. Кому понравится, звоните. Литые диски, Мишлен, резина стоит. Довольно-таки даже не из дешевых. Так, вот такой вот стоит аутбэк. В серебристом цвете. Я его снимал уже. Пойдем дальше. Блин, холодно, конечно. Автомобилей здесь сейчас много. Вот здесь Chevrolet у нас стоит. 2019 года. Это у нас Chevrolet Malibu, 2013 год. 2,4 на автоматической коробке передач. 7 000 000 по стоимости. Но вписано срочно. Такая машинка. Пойдем дальше. Здесь у нас Hyundai Accent в белом цвете, на железках, с колпаками, с дефлектором капота. 2015 года, 1,6, состояние идеальное, 6 300 000 по стоимости, друзья. Так, он у нас на автоматической коробке передач. 6 300 000 по стоимости. Камера заднего вида, партроники. Все как обычно, все дела. Здесь у нас Marin стоит. Лупарь такой четкий. 4 700 000 по стоимости, 97 года, 210, 2,8 объем. Рядом стоит такая машинка на киргизском учете. Это что у нас? Марк 2 написано. Смотрите, какой, да? Правый руль. 3 000 000 по стоимости, 2001 года. Автомобиль у нас 3-литровый. Здесь у нас машинка, к сожалению, без ценника. Это Mazda у нас. Вот такая камрюшка стоит. Правый руль тоже, к сожалению, ценника нету. Но есть телефон владельца. Можете позвонить, спросить, сколько она будет по стоимости. Здесь вот такая машинка. Тоже, к сожалению, без ценника. Сейчас спросим. Здравствуйте. А цену можно ее? Да, да. Цена какая? Цена? 5200. 5200? Можно? 5 000 000. Состояние отличное. 200 за данный автомобиль. Отличное состояние. Автоматическая коробка передач. 229 000 км пробега. Такой вот аппарат. Не гнилая, все. Салон. Чистенький салон у нее. Так вот она смотрится.
На толщину мер глянем? Да, второй. У нее вторичный окрас. Сейчас мы ее посмотрим, все равно глянем. Разрешили посмотреть. Двигатель работает четко. Двигатель слышно, звук приятный. Спикера по бокам. Спикера есть. Все понял, сейчас я его так проверю. Давайте глянем, просто посмотрим. Сказали сразу, что у нее вторичный окрас. 305, 200, 140, 715 там, да. 120, 155, 200, 195, 220, 170. Вот такой вот, ребят, автомобиль. А телефон можете продиктовать? А? Телефон продиктуйте. 708-501-0078. Телефон, ребят, владелец, да? Кому понравится, звоните. Все. Да, я видел. Отлично, бьет. Такая вот машинка, ребят. Все, спасибо. Угу. Здесь стоит Мерседес. Ценник, если нет. Вас? Цену можно? Цена? Цена? Да. 4 тысячи. 4 миллиона по стоимости. 98 год. 98 год. Объем? 2,8. 2,8 объем. Телефон продиктуйте. Титановый диск. Телефон ваш. 701. Ага. Аст. 701-585-0000. Телефон, ребят, владельца. Кому понравится, звоните. Спасибо. Угу. Да, диски, кстати, ребят, классные. Стоят. Мерсовские обалденные. Внутри можно? Давайте внутри ее тоже глянем, посмотрим. Кожаный салон, автоматическая коробка передач. Электрический у нее. О, у него еще здесь подогрев, ничего себе. Хорошенькие, друзья. Договор есть, договор есть. Ага. Цена, ребят, договорная. Звоните, кому понравится. Такой вот автомобиль. Спасибо. Здесь стоит вот такая машинка. Это у нас Lexus. 5 700 000 по стоимости. GS300. Автомобиль 3-литровый, 2003 года. Ну что, друзья, вот такие вот тачки, представленные на авторынке Бары. Ставьте лайки, ну или дизлайки, если совсем все было хреново. А с вами был Влад и канал Тапки с пробегом. До новых встреч!